Ребятки, и сегодня мы будем смотреть новую часть, именно продолжение от доктора Хака. Мороженщик Ледяной Лорд против Мороженщик Монстр против Мистера Мита 2. Смешная анимация, часть 217. Наконец-то же продолжение. Кстати, ребятки, я хочу вам сказать то, что через пару дней, ну, в следующем месяце, я как бы поменяю винду. Хотя, что вам такое интересно? Просто хочу сказать, что поменяю винду и буду уже на новой записывать. Могу сказать, какую. Windows 11 Pro. Да. Просто я хотелось просто сказать, что я поменяю. Именно обновлюсь до новой винды. Так. Ну что ж. Так, ставим звук. Ну все, начинаем. Как насчет того, чтобы на этих выходных ты сходила со мной в кино? Что скажешь? Ну, так как у меня нет никаких планов, думаю, что я смогу составить тебе компанию, но учти, это не свидание. Какого черта, мисс... Интересно, кто это ее вырубил? Пинки. Да. О, явились мистер Мит и лорд Мороженщик. То есть как там? Мистер Моро... Я уже не помню, как тебя звать. Ну, типа... Ну ладно. Босс Роуд. И Чарли. Прямо в яблочко. Молодец, Чарли. Босс Роуд? Я отомщу тебе за это. Зря ты пришел. Ты не представляешь, на что я способен. Как-то урода странно двигается челюсть. Бок. Ну ладно. Ты вколол в себя мой эликсир. И ты правда думаешь, что я не знаю, на что ты способен? Я знаю все о твоих способностях. Чарли, убей его. Лучше сдавайся, Рот. Нормально так плюнул, конечно. Рот, тебе нас не победить. О, так ты еще, босс Рот, можешь еще перевоплощаться в именно в свою форму. Ну как, форму монстра. Понятно. И мистер Митча что-то выпьет, какое-то зелье. О, он стал мутантом-свиньей. Да. Тоже неплохо, тоже выглядит моделька. Что ж, значит, вы пошли ва-банк, перевоплотившись в уродов. Отлично, тогда я принимаю ваш вызов и тоже иду ва-банк, твари. Опять он что-то вкаливает, какое-то зелье. О, он теперь стал уже мороженщиком-лордом. Ледяной лорд. И скоро Бравла. Теперь ты всемогущий. Полностью теперь. Какого хрена? Босс Рот, он стал могущественнее. Не бойся, мистер Ми. Это все тот же жалкий неудачник Рот. Чарли, убей его. Какого черта? Не работает на него удары. Почему его атака на тебя не повлияла? Я Ледяной Лорд. Моя сила несравнима с вашими. Кланьтесь мне. Или примите смерть. Нормально, он так еще кинул ледяной шип или что? Ну что-то иголу, ну я так бы назвал эту бомбу, ледяную бомбу, конечно. А, ну еще и защиту себе сделал. Мистер Мит, кажется, я недооценил его. Похоже, он стал непобедимым. Ну ладно, мы будем заканчивать. С вами был Димон Про. Пока-пока.